с вами подзавис последние, да, последний день, и сегодня висит, и каталог продлили, и даже 300 рублей продлили акцию, да, до завтра, до 12 ночи. Поэтому обязательно, обязательно эту акцию нужно нам с вами отработать. Вот, обязательно нужно помочь сделать заказы, пусть сайт висит, но все равно мы с вами вперед. Так, на мне новое платьишко, которое мне очень понравилось. Скоро буду снимать обзор сегодня вечером, как дочку спать уложу. Итак, сегодня у нас акции и подарки по каталогу номер 4 2018 года. И, конечно же, каждый себя уважающий лидер должен знать все акции, все подарки, разбираться в них. Вот. Да, про себя забыла, просто, если честно, некогда было отсняться, потому что сайт завис, очень долго составляла данную презентацию, поэтому слушайте меня внимательно, я очень старалась, потому что я отложила все на сегодня, а сегодня, сами знаете, как новости с сайта тяжело взять, тяжело, вот, поэтому, да, старалась я сегодня лучше, чем в прошлой презентации. Ну что ж, поехали с вами дальше. Во-первых, хочется представиться. Меня зовут Аня Кононова. По итогам прошлого периода мы подтвердили уровень, позапрошлого, простите, международного директора. Мы находимся в открытом звании старших международных директоров. И, конечно же, желаем вам данного статуса как можно быстрее. Итак, у нас с вами в каталоге в году, в 2018 году будет 18 периодов. Этот период у нас будет трехнедельный. Как мы с вами видим, длится он будет с 26 февраля по 18 марта, 3 недели. Но вы можете все заказы, которые вы не успели сделать, VIP-привилегии, которые бы вы хотели продлить, не успели утвердить заказ и так далее, до завтра, до 12 ночи, все свои оплаченные заказы, все, которые вы утвердили до окончания каталога, да, и не успели их оплатить в связи с тем, что сайт завис, можете отправить в обратную связь обязательно, и вам все это пересчитают, то есть до завтра, до 12 ночи. Кто что не понял, подробности просите в чатах, и мы вам вышлем подробную информацию. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже видел и слышал эту информацию, вот, помогайте друг другу, потому что сейчас на данный момент я не смогу ответить в чате. Итак, каталог, конечно, у нас с вами шикарный. К 8 марта подарков, как обычно, намного больше, чем 23 февраля. Почему? Потому что, конечно, мы женщины, мы любим себя, мы ценим себя, и, конечно же, мы любим дарить подарки. Подарки своим мамам, дочкам, сестрам и так далее. 8 марта – это, конечно, классный праздник, и очень хорошо, что компания Faberlic выпустила много подарочных наборов, и дорогих, и подешевле. Да, то есть на любой вкус и на любой кошелек, и это очень-очень приятно. Итак, каталог длится по 18.03, да, то есть как раз будет по 4-му уже заказы проходят. Да, Наталья, проходят, смотря, если вы сейчас сделаете заказ, да, и не хотите, чтобы он у вас присчитался в 3-й каталог, то вам нужно просто ничего не делать. Да, то есть вы ничего не делаете, и он у вас считывается, то есть не надо писать в обратную связь. Если вы напишите в обратную связь с просьбой засчитать его в 3-й период, то он у вас засчитается, но это нужно сделать до завтра, до 12 ночи. Всем привет опоздавшим! Ну что ж, поехали с вами дальше. И, конечно же, у нас с вами очень крутая акция в этом каталоге. Такая вот парфюмерная водичка, 55 мл. Я ее, конечно же, уже получила. Я ее, конечно же, уже почувствовала на себе. Дала попользоваться всем, кто меня окружал. Это и сестра, и мужа спросила, нравится ему, не нравится. Да, то есть и подруги, и дочка моя, да, 17 лет, вот. Да, на самом деле интересный аромат, но очень непонятный, очень нам всем незнакомый. Кто-то писал, что он похож на фэнтези, он нисколько на фэнтези не похож. Вот, это очень такой интересный аромат. Артикул 30037, он идет 55 мл. Вот, такая вот красотища.
Такая вот красотища. Называется он Каори Юзу. Юзу – это цветочки, да, как мы с вами знаем, китайские или японские, сейчас перелистнем. И вот такую вот водичку, кисло-сладкую, да, то есть я бы так ее назвала, да, то есть она не приторная, она легкая, она такая ветреная, на хорошее, легкое, прекрасное настроение, да, то есть вот так вот. Вот, все, кто ни разу не делал заказов с момента регистрации, даже если пришел к нам 3 каталога назад, имеют право получить в подарок эту водичку, если еще ни разу не делали заказов с момента регистрации. Очень важно, поэтому сказала 2 раза вам. Да, то есть вы оформляете, оплачиваете свой первый заказ по 18 марта на сумму 1499 рублей по цене каталога, это, конечно же, 449 гривен, 7499 тенге, 45 белорусских рублей или 449 лей. В ценах каталога по вашей цене будет на 20% дешевле. С 19 марта по 8 апреля в каталоге номер 5 вы получите вместе с очередным заказом подарок за 1 рубль женскую парфюмерную воду, Каори Юзу 55 миллилитров. В принципе, шикарный подарочек. В каталоге она стоит, по-моему, 600 рублей, если я не ошибаюсь. Простите, забыла, да? Вот, поэтому это, конечно, шикарный такой подарочек. Вот, он создан специально для компании Faberlic, то есть это только наша водичка, нигде вы такой не найдете, парфюмером Клэр Шамбер, да, то есть Клэр Шамбер, я не помню, чтобы он для нас хоть раз что-то создавал, и поэтому, скорее всего, аромат нам непонятен. Почему непонятен? Потому что впервые, да, этот парфюмер создает для нас аромат, скорее всего, это. Вот, значит, цитрусовые ноты с зеленым чаем, вот, такая вот, такое вот интересное сочетание, очень оригинальное. Я вам честно скажу, что она очень легкая, в ней нет каких-то сложных нот, в ней нет там какого-то крутого шлейфа, еще что-то, да, то есть она на хорошее настроение, вот на такое же легкое и приятное, как весна. Я бы так выразилась, потому что вот эти вот цитрус, лимон, ярко выраженный лимон с подтоном зеленого чая очень классно гармонирует все-таки в аромате и очень... А, Кокет его творение, да, вот Кокет тоже, кстати, много кто не понял, да, я сначала понюхала Кокет, мне показалось, что он пахнет какой-то травкой, а потом он уже начал раскрываться нежной такой древесной сластинкой, вот, да, то есть, и вот... Как раз-таки вот эта водичка тоже как бы очень оригинальная. Вот, конечно же, аромат напоминает о первой любви, это на самом деле так. Прозрачные цитрусовые ноты, это идет основной аромат. Вот, японский лимон идет, и композиция мгновенно очаровывает нежностью белых цветов, да, что-то такое есть, и хрупкой женственностью розы. Вот розу я, к сожалению, не почувствовала. Также идет вот этот вот мускусный шлейф, который остается на коже, как тень прекрасного воспоминания. Вот, Кокет любим, да, вот видите, как здорово. Конечно же, по 18 марта все, кто зарегистрирован и ни разу не делал заказов с момента регистрации, то есть люди, которые пришли к вам 2 каталога назад, люди, которые придут к вам через неделю, да, то есть все по 18 марта, кто зарегистрируется или уже зарегистрирован, получают не только скидку 20% на всю продукцию, да, но и могут получить вот такую вот просто так парфюмерную водичку Каори Юзу, если сделают и оплатят заказ до конца этого периода, до 18 марта. Условия легкие, конечно же, согласитесь, никто никогда вам в магазине за, если вы накупите на 1500 рублей, я не думаю, что кто-то вам сделает скидку 20% плюс подарит такой шикарный аромат, прям полноценную версию. Максимум, что там дарят в каких-то магазинах, если вы берете на какие-то хорошие суммы, это скидку там 3-5%, 5% это уже какая-то золотая там карта, да, и, конечно же, могут подарить, может быть, какой-то пробник, да, вот, поэтому, конечно, шикарно, что в компании Faberlic такие подарки для нас
создает. Леночка, я тебе покажу эту водичку прямо на этом вебинаре. Вот, прекрасно, да, что компания Faberlic делает нам такие наборы в подарок, да, такие вот парфюмерные воды, постоянно что-то для нас придумывает, и это очень-очень приятно. Итак, конечно же, нужно быть очень внимательным, потому что вот эта сумма указана, да, 1499 рублей по цене каталога, минус 20%, но без учета автозаказов, сервисных сборов и сборов за доставку продукции. То есть, если мне продукцию доставляют, да, за 100 там с чем-то рублей, да, к примеру, то вот эти 100 рублей я уже не считаю как заказ. Да, то есть это уже стоимость доставки. Поэтому стоимость доставки мы не включаем в общую сумму заказа, чтобы у нас с вами, ну, не получилось что-то. Да. Я обычно нашим новичкам так и говорю, что 1499 рублей и все. Я не говорю, что это по цене каталога, и новички, в принципе, да, вот кто живет очень далеко, они с акции не слетают. Да. То есть смотрите обязательно, где живет человек, потому что дальняя зона. Может быть, доставка подороже, чем, допустим, центральный регион, да, то есть вот. Поэтому у некоторых такое бывает, что даже есть доставка в дальние-дальние регионы вообще 26%, да, то есть вот. Поэтому у них будет только подарок парфюмерная водичка. Поэтому тут будьте внимательны, без учета автозаказов, сервисных сборов и сборов за доставку продукции. Это очень важно. Если вы говорите про 20% скидку. Итак, дальше, о чем мы с вами поговорим, это то, что на подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеют право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте. То есть, если человек зарегистрирован не более 3 каталогов назад и не делал еще заказов вообще, ни пробных никаких, то ему положен подарок новичка. На 4 каталог у человека, который ни разу не делал заказа с момента регистрации, уже происходит терминация за неактивность, то есть удаление номера. Итак, также важно, оплата должна пройти до конца каталога. Вот тут очень часто бывают маленькие недопонимания, когда новый консультант, желающий получить подарок, ложит денежки на счет Faberlic, но не нажимает кнопочку «Оплатить заказ». Поэтому обязательно заботьтесь о своих новичках, потому что 100% ни один новичок, который к нам приходит и только-только регистрируется, он этого не знает. И наша задача, как наставникам, им донести, чтобы новичок вместо негатива получил в подарок воду. Так ведь? Парфюмерную воду. И также важно, подарок, бывает тогда два варианта добавления подарков. Когда ваш новичок будет забирать этот подарок, то первый вариант, подарок надо выбирать самим вручную, это когда продукция идет на выбор. В нашем же с вами случае сейчас будет действовать второй вариант, когда подарок может ждать вас уже в накладной. Поэтому, прежде чем говорить, что у вас нету в разделе промо-акции подарка, посмотрите, может быть, он уже будет лежать в накладной. Тут два спорных варианта. Всякое бывает, поэтому проверяйте сначала накладную, прежде чем расстроиться, а потом уже смотрите, вышла ли сумма заказа, а потом уже пишите своим наставникам. Вот, всем привет опоздавшим! Вот, ну что ж, поехали с вами далее. И, конечно же, компания очень лояльна к своим новичкам. Я не знаю, есть ли в нашей еще такие компании, как компания Faberlic, да, почему я так говорю? Потому что у нас есть такое, что если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, да, то есть сумма заказа была меньше, чем нужно для получения, или он забыл нажать кнопочку «Оплатить заказ», да, такое тоже может быть, то у него был пробный шаг, после которого тоже можно получить подарок этого периода. Но только в том случае, если не сделает перерыв между заказами, между каталогами, да. То есть, если, так, компания номер 2, сейчас компания номер 4, прошу прощения, я тут не переправила. Вот, значит, в компании номер 3 новичок сделал заказ, забыл оплатить до конца каталога. В компании номер 4 он делает заказ на нужную сумму и может в каталоге номер 5 забирать подарок Kaori Yuzu. Все поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас мы с вами быстренько посмотрим,
А где видеть таких людей, у кого пробный шаг, у кого первый шаг и так далее. Вот. Так, Аня, можно ли скинуть картинку в чат? Так, убегает, убегает, где говорилось о самой водичке. Хорошо, будет сделано. Будет. А, так, Любовь, она прикреплена прямо в шапке чата. В шапке чата, и мы сегодня эти фотографии рассылали, загруженные с Яндекс.Диска. Поэтому просите уже после того, как вебинар закончится, пожалуйста. Вот, итак, где же видеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы? Очень важно отрабатывать первых 3 шага, пробный, первый и второй. Пока люди научатся, пока люди поймут, что такое подарки, вы должны быть терпеливы и всегда им про них напоминать. Потому что... Ну, ваш бизнес зависит от этих подарков, и очень важно про них донести вовремя, да, потому что вы знаете, что прозевав один каталог, человек уже слетает со стартовой программы, и уже получается, что вы вместо хорошего товарооборота можете получить взамен негатив. Поэтому, да, разница очень большая, поэтому цените себя, свое спокойствие, и, конечно же, хорошее, доброе имя о компании Faberlic. Очень важно нам с вами, как консультантам, доносить все верно и правильно. Итак, вы заходите в свой личный кабинет, потом проходите в раздел «Отчеты». Как вы видите, тут все стрелочкой показано, да? И потом отчет по стартовой программе «Структура личной группы». Там вводите свой регистрационный номер, и вам показаны все-все-все, а кто у вас на каком шаге стартовой программы идет. И вы можете всем написать в Одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, да, где вы их нашли, у вас должна быть ссылочка при регистрации, да. У всех, я думаю, есть Google-табличка, куда вы вписываете свои регистрации и ссылочки на странички вновь зарегистрированных людей. И туда им можно легко написать все это, да. То есть также можно отправить на почту, Viber, WhatsApp, Telegram, потому что они регистрировались на сотовый телефон, и также вы можете отработать через эти мессенджеры, да? Вот, ну что ж, я думаю, всем все понятно. Где можно смотреть тех, кому можно восстановиться по стартовой? Оксаночка, сейчас мы это все обсудим. Это я внесла в вебинар. Вот. Итак, дорогие призеры, кто же у нас забирает подарок прошедшего периода каталога 3 2018 года? Ставим плюсики. Сейчас мы с вами будем все-все-все обсуждать. Кто у нас забирает подарок? Так, Кисляк, Оксана, Наталья. Ну что ж, молодцы, всех поздравляю. Всех поздравляю, дорогие призеры, потому что это приятно. У вас самый крутой подарок. Такие подарки бывают очень-очень редко. Вы можете выбрать любую парфюмерную воду за 1 рубль. Даже парфюмерную воду от Алены Ахмадулиной. Это просто шедевр, это просто сказка. Поэтому, конечно, пользуйтесь данным предложением, потому что это просто шикарно. Если, конечно, вы теряетесь, какую парфюмерную водичку забрать, то, конечно, спрашивайте. Тут есть и пудровые, и свежие, и еле уловимые, да, то есть и вишневые есть водички, и нежные, вот, смотрю, да, то есть очень много различных ароматов. Да, мой, в принципе, любимый аромат из этих двух парфюмерных вод, это Феерика Сенсуэль, это любимый аромат моей дочери, да, то есть это такой пудровый розовый ароматик. Сейчас я вам его обведу. Прям дочка без него жить не может, да? Вот этот вот ароматик, да? Феерик Сенсуэль. И вот Шерше Ле Фам мне очень нравится. Он нежный-нежный, легкий-легкий. Нероли – это прям зеленый такой аромат. Вот. Далее Мелоди – это цитрус. Променад – это морской бриз, нежный морской бриз. Вот. Так, какие я еще знаю? Вот, кстати, Кокет, который Леночка спрашивала, да? Вот Кокет, круглый красный, правильно, да, то есть инкогнито мужская водичка, шикарная, просто аромат от Алены Ахмадулиной понравился не только мне, но и обеим моим сестрам.
Вот этот не знаю, вот этот тоже не попробовала. Вот этот тоже шикарный, легкий, классный, но такой мужской-мужской аромат Вен де Авантюрс. Ластет — это любимый парфюмерный аромат именно моего мужа. Он его очень любит, он им постоянно пользуется. Джентльмен, он такой сладковатый аромат. Вот, альтернатив, он вообще сладкий аромат, на мой взгляд, он для мужчин уже такой в возрасте. Пульс не пробовала, честно скажу, Цельсиус, свежий такой терпкий ароматик классный. Мужу сестры понравился Ластет. Ну, Ластет очень много кому нравится, я прям даже не удивлюсь. Так, вот это цитрусовая водичка, Шарманте, это вишенка. Так, Мелоди, вот Мелоди — это клубничка, а Фэнтези — это цитрус. Цитрус такой, апельсинка со сладкими нотками, но не приторно сладкий, да? Вот эти воды у меня есть, но я вот, если честно, забыла их аромат. Все есть до единой. Вот это помню, что очень оригинальная, и не могла ее ни с чем сравнить. Вот, и инкогнито. Она идет как бы на любителя. Она такая сладкая, загадочная. Ну да, вот инкогнито и есть, да, то есть вот. Фортуната, да, Фортуната, классный аромат, вот, если честно, но ее тут нету в подарочках, но он прям такой насыщенный, сладкий и очень стойкий аромат, очень надолго его хватает. Каори и Аора, мои любимчики, да, вот я тоже, если честно. Вот калорий, да, аура тут вот, да, стоит. Я, если честно, она у меня есть, но вот в памяти не освежила перед вебинаром, запамятовала. Вот, ну что ж, далее с вами поехали, да, то есть вы забираете подарок каталога номер 3. Что же вас ждет? Какая вас выгода ждет? Значит, забираем этот подарок в разделе промо. Он вас также будет ждать 3 каталога, потом он сгорает, поэтому обязательно... Обязательно забираем в этом периоде и не откладываем на потом. Вот, значит, далее, значит, вы можете выбрать подарки по программе Faberlic Club, потому что если вы выполняли акцию новичка, у вас примерно 10-15 баллов точно сделано, да? У кого сколько баллов сделано, дорогие призеры, да? То есть 1 балл равен 1 бонусу. Подарки можно забирать уже за 5 бонусов, да? И вот эти бонусы, они тоже сгорают, да? То есть если вы делаете ежекаталожно заказы, то бонусы, если вы их не забираете, они у вас копятся, да? А если вы делаете, допустим, через каталог заказы, то у вас бонусы будут сгорать. 8,5 баллов, Анюта, да, пишет. 8,5 баллов вы можете заказать себе уже еще один дополнительный подарок. Это масочку для лица, Анюта. От 5 бонусов идут подарочки в разделе промо-акции. И также на сайте Faberlic в самом верху есть кошелек. Поэтому посмотрите, повыбирайте себе масочку, если захочется. Вот, далее. И вы сейчас будете решать, да, у вас, то есть, решающий такой момент. Вы сейчас забираете парфюмерную воду, вот. И что вам нужно понимать? То, что вы сейчас можете пойти по стартовой программе, да, то есть, в этом периоде, когда вы будете добавлять парфюмерную воду в разделе промо-акции на выбор на свой, да, вам нужно обязательно решить, пойдете вы по стартовой программе или нет, потому что она имеет свойство сгорать, если вы не вовремя платите заказ до конца каталога, то есть полгода подарков. И сейчас мы с вами поговорим, что такое стартовая программа, я вам покажу, что вам будет дариться, но пока мы с вами еще немножечко поизучаем, да, то есть в каждом периоде вы размещаете и оплачиваете заказы от 2500 и 4 и 5000, простите, да, суммарно за период в ценах каталога и получаете наборы эксклюзивных продуктов по выгодной цене. Цена наборов с каждым каталогом растет. Да, то есть с каждым новым шагом она возрастает. Допустим, последний шаг вы можете забрать за 99 рублей. За 99 русских рублей вы можете забрать 2 полноценные версии парфюмерных вод и 2 парфюмерных геля для душа на выбор. Да, то есть вот такая вот стартовая программа крутая, это будет за 99 рублей, хотя вы должны понимать, что это более 2000 по каталогу, да, если бы вы заказывали.
Я слетела на третьем шаге, очень жалею. Ничего страшного, осталась программа Фаберлик-клуб, компания, даже директоров без подарков не оставляет. Конечно же, она не оставит лидеров растущих без подарков. У вас есть старт, не стартовая программа, а программа Фаберлик-клуб, поэтому не переживайте. Итак, в сумму заказов, так же как в акцию новичка, так как акция новичка – это первый шаг стартовой программы, необходимых для получения набора стартовой программы не входят также сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Это нужно обязательно знать. Далее, значит, вы выполняете второй шаг стартовой программы, который можно будет забрать в каталоге номер 3, точно так же, как и акцию новичка. Да? То есть в этом каталоге вы забираете парфюмерную воду на выбор, а в следующем каталоге вы уже будете забирать второй шаг стартовой программы, если в этом каталоге вы его выполните. Да? Далее, если кому-то что-то непонятно, обязательно пишите вопросы. Потому что если сделаете менее суммы, которая указана сейчас, да, 2500 или 5000, то вы можете, как получается, если сделаете менее этой суммы, то у вас горит право на участие в полугодовалой стартовой программе. Но у вас остается и 20% скидки, и подарок новичка, и программа Фаберлик Клуб. Всем ли все понятно? Прошу плюсики, прошу минусики. Да, если вы хотите идти вот по этой вот стартовой программе, которая сейчас перед вами, то обязательно нужно делать заказы ежекаталожно и оплачивать их до конца каталога. Вот прям обязательно, иначе вы слетите с нее. Вот, смотрите, второй шаг стартовой программы, так как первый шаг всегда разный. Так, скажите, видно ли мою мышку? А то я тут кручу-верчу, а вам, может быть, и не видно ее. Видно, да, мышку? Спасибо большое. 2500 или 5000, да. По цене каталога. Меньше нет, не получится. Если будете делать меньше, то она уже сгорит, к сожалению. Перерывы недопустимы. Суммы обязательно вот именно эти. Они как бы, мы вас не заставляем делать эту стартовую программу, да? То есть стартовая программа, она идет по желанию. Но если вы хотите получить все 9 шагов, то вот такие вот условия для ее выполнения. То есть ее можно выполнять, можно не выполнять. Вы можете работать, регистрировать, все такое прочее. Просто останетесь вот без этих подарков. По идее, что в принципе не критично, не страшно. Страшно, да, то есть по стартовой программе идут только те, кто хотят побольше получить подарочков. Вот, итак, смотрим. Второй шаг стартовой программы – это идет шампунь и бальзам-ополаскиватель «Эксперт», который вы можете выбрать под ваш тип волос обязательно. И также идет набор для рук «Grand Prince Hand Care». Это и пилинг, и кислотное очищение, и потом жидкая перчатка, восстановление после глубокого пилинга. Еще раз пройти нельзя. Конечно, глупо не выполнить, но вот некоторые бывают, что какие-то ошибки еще что-то допускают и вот недопроход. Я, понятно, стартовую программу прошла и под собой, и под дочкой, да, то есть еще бы прошла с удовольствием, но что делать. Вот, далее, значит, третий шаг стартовой программы – это уже порошок на выбор для белого или для цветного белья и пятновыводитель. Вся косметика для дома биоразлагаемая, экологически чистая и не наносит вреда окружающей среде. Далее, четвертый шаг стартовой программы – это набор продукции Axiology для вашего лица. Как вы видите, тут уже идет один из трех наборов, составляющая набора 4 наименования. Это дневной и ночной крем для лица, гель для век и очищение, да, то есть вот, и вы можете выбрать для, допустим, для сухой кожи, для чувствительной кожи, для увядающей кожи, для жирной кожи, да, то есть все, что вам захочется. Вот, далее, пятый шаг стартовой программы – это декоративная косметика Skyline. Это самая ходовая косметика в компании Faberlic, потому что она и качественная, и недорогая. Там вы будете выбирать себе карандаш для глаз Каял, да, Каял для глаз, который идет на выбор цвет, помаду цвет на выбор. Также вы будете выбирать
тональный крем, простите, забыла, да, то есть тональный крем на выбор и тушь. Тушь, да, то есть 4 составляющих. Шестой шаг стартовой программы. Это у нас с вами идет набор косметики Дом Фаберлик. Во-первых, тут идет средство для стекол и зеркал. Во-вторых, средство для очистки духовок и плит. В-третьих, средство для ванной. В-четвертое, это идет средство для чистки металлических поверхностей. И пятое, это средство для туалета. Вот, седьмой шаг стартовой программы – это альтернатива салонной процедуре. Это наш, наверное, для всех уже, кто его попробовал, больше от него не отказывается, постоянно им пользуется. Это энзимный микропилинг с аминокислотами и демобразия. Вот, что они делают? Они до такой степени хорошо очищают вашу кожу, делают ее гладкой, чистой, что прям... На самом деле, ну, химический пилинг, сами понимаете, да, вот, вещь просто незаменимая, классная, и вы выходите как, да, то есть после этой процедуры вы выглядите как только что вышли из салона. Но самое важное, после этой процедуры 12 часов не выходить на прямые солнечные лучи, потому что это вредно. Вредно, потому что очень сильная очистка. Вот. Далее, восьмой шаг стартовой программы. Это люксовая серия Secret Story. Там вы тоже будете выбирать тушь, лак, цвет на выбор, помаду и, конечно же, крем двойной агент, где есть в составе уже готовая, да, основа под макияж и сам тональный крем, который подстраивается под цвет вашей кожи. И девятый шаг стартовой программы, это уже вы полгода идете по стартовой программе, это ароматы и гели для душа. Ароматы полноценные, 50-60 мл, смотря что вы выберете, да, и гели для душа, парфюмерные, вторичные, тоже можете выбрать с этому аромату. Вот, поэтому вот такая вот стартовая программа. Конечно же, вот сейчас, дорогие призеры, которые выбирают парфюм на выбор, знают, что еще могут полгода получать подарки помимо парфюмерной воды на выбор. И всем ли все понятно? Расскажите, пожалуйста. Прошла, нравится этот пилинг, всем советую. Всем все понятно. Если что-то непонятно, вы стесняетесь задать вопрос на вебинаре, задавайте вопросы своим директорам, своим наставникам, задавайте вопросы в чатах для коллег Фаберлик. Мы обязательно вас проинформируем. Вот. Итак, стартовая программа. Продолжаем участие. Это своего рода акция, потому что те, кто принимал участие в стартовой программе, но по каким-либо причинам остановился, да, то есть не оплатил заказ до конца каталога, может быть, забыл, что скоро конец каталога и так далее, в периоде номер 4 могут возобновить участие и приобрести наборы хитов Фаберлик всего за 99 или 299 рублей. Что нужно сделать и кто может возобновить участие в стартовой программе? Слушаем все внимательно. Итак, консультанты, которые в последний раз выполнили условия одного из шагов стартовой программы, это пробный шаг с 1 по 8 в периодах номер 18-2016, вы представляете, 2016 год, второй период, 2018 год, да, то есть третий тут не считается, четвертый уже у нас с вами начался, вот. И, значит, что тут получается? Выполните условия своего следующего шага стартовой программы, например, да, то есть что, так, подождите, и не достигли звания консультант. Консультант – это 3%. То есть если у вас уровень меньше 3%, то вы можете забирать шаги стартовой программы. Также компания очень хорошо сделала, потому что консультанты, которые участвуют в акциях, мы легко находим в отчете, текущие показатели, они отмечены аббревиатурой ВСП. Это очень все легко и просто сортируется, и мне очень понравилось, что компания Фаберлик сделала такую возможность, и мы, конечно же, будем и обзванивать, и оповещать, и письма рассылать. Итак, если последний раз вы выполнили условия шага в четвертом периоде,
шага 4, а это пример, да, то есть условия шага 4 в периоде 7-2017, то для продолжения участия в стартовой программе в периоде номер 4-2018 необходимо выполнить условия шага 5. Что это значит? Это значит, вы делаете заказ, к примеру, на 2500 или на 5000 и легко выполняете данные условия, но если вы не выше 3%. Вот, если вы сделали пробный шаг, небольшой заказ, сумма которого была меньше необходимой суммы для прохождения первого шага в периоде номер 4, ну это просто пример, не обязательно период номер 4, да, то выполните условия первого шага стартовой программы. Да, то есть вот так вот, даже пробные шаги восстанавливаются. Вот так вот. Ну и, конечно, Наташа тут все правильно пишет, ну и, конечно, чтобы работать в компании Faberlic, нужно быть хотя бы немножко знакомым с продукцией, вот, и носить денежки в свой магазин, а не магазин напротив, да, вот. Ну что ж, поехали с вами далее. Итак, значит, мы с вами поняли из вышесказанного, что стартовая программа – это первый шаг, это акция новичка. Вот, в сумму заказов, да, еще раз повторюсь, потому что это очень важно, необходимых для получения очередного набора стартовой программы не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Итак, цена наборов растет, и все мы с вами поняли, сумма заказов остается прежней, но при этом вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой. Что это значит, да? То есть вы можете сделать заказ сначала на 2500 рублей в ценах каталога, вот, и забрать заказ за 299 рублей. И забирая набор за 299 рублей, вы можете сделать заказ уже на 5000 и забрать его в следующем периоде за 99, да? Все поняли? Да, и самое важное, донесите до всех своих новичков, которые не пришли на вебинар, что перерыв между первым шагом и вторым и так далее недопустим. В таком случае программа сгорает, у вас остается только скидка цены каталога и программа Faberlic Club подарки. Также вы можете участвовать в VIP-программе. Итак, далее. Конечно же, у нас с вами была очень крутая акция. Я получила более 100 карточек. У меня еще вот тут немножко осталось. Я их буду тоже, хочу немножко поактивировать. Вот. Это Faberlic твой бонус. Когда вы с 15 по 25 февраля делали заказы, за каждые 399 рублей вам дарилась вот такая вот карточка «Твой бонус». Вот, и эта карточка гарантировала скидку, если вы ее активируете до 11.03.2018 года, именно до 11 числа. Необходимо активировать. Вот, вы ее активируете, да, то есть стираете защитный слой у карточки, вводите, ввести промокод, это личный кабинет, чуть-чуть ниже колесиком, вводите этот код, и вам выскакивает, что вам попалось. Да, и это привилегия вас будет ждать на предпоследнем шаге заказа в разделе промо-акции. Вот, очень много попалось подарков за рубль. Напишите, пожалуйста, я знаю, что все очень много карточек забрали, но напишите мне, пожалуйста, сколько кому попалось подарочков за 1 рубль. Будем вас поздравлять. В Белоруссии запрещена торговля по каталогу по законодательству страны, поэтому такие карточки не выдаются. 1-1, да, всем по одному попалось. 4 штуки кому-то подарка. 1-2 подарка. 6 штук за 1 рубль. Вот это, Ирина, круто! Да, 6 подарков за 1 рубль. Салфетки бесплатные, да. Вот вы представляете, как здорово, да, и парфюмерную воду дарит, и стартовая программа есть, плюс еще вот такие вот шикарные призы, да, кому-то 7 подарков за рубль, ну вообще круто. Причем по двум картам я знаю, что у меня. Не поняла, Александра, главные призы кому-то достались или нет, главный розыгрыш главных призов еще не был. Нисколько не попалось. Ну и такое, к сожалению, бывает.
3 за 1 рубль, 0. Ну, если вы будете постоянно участвовать, то и вам обязательно попадутся. Да, главный розыгрыш будет в марте. Но мы сейчас с вами об этом поговорим. Итак, значит, гарантированный подарок каждой карте, скидки от 40 до 70%, и очень много попадается подарочков за рубль. Я не знаю, почему компания Faberlic это не прописала, но когда я дарила эти карточки участникам акций, участников конкурсов, вы знаете, было шикарно и очень приятно видеть, как девчонки в чате говорили, что мне попался подарок за 1 рубль, и это здорово. Вот, когда попадаются подарочки именно за рублик. Итак, поедемте с вами дальше. Значит, карты необходимо активировать до 11.03. И далее вас ждет реально гарантированный подарок каждой карте. Это скидка от 40 до 100% получается, не до 70, а до 100, потому что подарок за 1 рубль это 100% практически, да? И самый главный розыгрыш нас с вами ждет вот такой, да, то есть это набор парфюмерная вода и помада из новой коллекции Рената. Парфюмерная вода, честно вам скажу, она мне очень понравилась, она мне очень приятна. Далее 300 наборов зонт и атласный платочек и инновационный фен. Инновационный фен, честное слово, не держала еще ни разу такой фен в руках. 30 фенов и 3 главных подарков. Это шопинг в Москве с Александром Роговым, плюс потом с ним фотосессия. ОС это, если вы увидели на слайде, то я не вижу, но так ОС это объемная скидка. ОС, а может быть и обратная связь. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Вот, итак, первое, значит, мы с вами эту карту получили. Второе, мы все стерли, активировали, узнали свои подарочки, которые мы уже можем забирать сегодня, да, в подарок может быть скидка, может быть что-то за рубль. И среди тех всех, кто активировал бонусные карты, будет распределяться главные подарки до 31 марта, да, то есть 3 поездки в Москву, 30 фенов, 300 наборов зонт и платок и 3000 наборов парфюмерная вода Рената и красная помада. Вам нравятся такие условия? У нас очень много кто в прошлом акции выиграл главные призы, и это очень классно. Поэтому, кто выиграет что-нибудь, пожалуйста, пишите в чат, и будем вас поздравлять. Такой фен стоит 30 тысяч рублей. Да вы что? Ничего себе подарочки! Да, 300 тысяч получается на 30 фенов. Ну, круто, круто. Так что дерзайте, главные подарки стоящие. Да, ну конечно, всем желаю выиграть. Ну что ж, далее, также у нас с вами есть такая акция, как набор пробников, всего за 265 рублей. Как вы видите, список наборов пробников огромный. Вы легко познакомитесь, и ваши новички легко познакомятся с ассортиментом. Этот набор пробников доступен на втором шаге оформления заказа в течение периодов 4, 5, 6. Да, то есть, если ваш новичок зарегистрировался в этом периоде, то вы ему можете сказать, что если он совсем-совсем не знаком с продукцией, ни у кого ее не покупал и ранее когда-то давным-давно не был зарегистрирован. Но вы знаете, вот люди, которые были зарегистрированы еще в красной линии, да, приходят регистрироваться на скидку, еще где-то, да, то есть давным-давно, которые терминировались уже за неактивность, они говорят, что продукция в разы стала качественнее, дешевле и лучше, и даже оформление лучше, и запахи лучше, и вообще все стало лучше. Ну, конечно, приятно, когда компания. Вот. И они берут с радостью наборы пробников, потому что им заново хочется познакомиться с продукцией, да, то есть они были одного мнения о компании, и вдруг у них абсолютно другое мнение о компании, потому что они там получили заказ. В первом заказе редко берут набор пробников, но во втором заказе, так как три каталога набор пробников ждет, берут практически все и говорят, вау, круто, да, то есть а пробники действительно их тут немало. Причем пробники идут самой ходовой продукции, которая больше всех покупается, которая больше всех нравится. Простите, а карты активировать
до 11 марта, а использовать можно после 11 марта. Скорее всего, да, можно. Мне кажется, что их можно использовать до конца каталога. Как взять этот набор? Значит, вы когда делаете заказ, вы нажимаете «Далее» после того, как посмотрели всю свою корзину, и попадаете в промо-акции. И там вот подраздел «Акции консультанта». И вот в акциях консультанта вас ждет набор пробников. Он так и будет подписан. Да, до конца каталога можно использовать. Итак, значит, набор пробников для новичков предложен на предпоследнем шаге заказа подраздел акции консультанта. Это не кратные акции, можно забрать один раз. Ждет вас три каталога, потом сгорает. Поэтому будьте внимательны. Забирайте такую красоту, потому что вот у меня, допустим, знакомая недавно зарегистрировалась. Я ей говорю, если хочешь, забери. Она забрала, они там с мамой все распробовали. Мама распробовала крема классные, туалетные воды, там еще что-то. Да, и так получилось, что и мама сделала хороший заказ, и дочка сделала хороший заказ, и подруга сделала у них заказ шампунь. И причем сейчас подруга уже четвертый каталог, вот она заказывает эти шампуни. Знаете, вот эти без лаурисульфата, Cell & Care заказывает именно вот розовенький, да, который восстановление кератиновое идет. Ну что ж, поехали с вами далее. Да-да-да, я тоже один раз брала, мне тоже очень понравилось. Вот, итак, внутренняя акция только для зарегистрированных. Последний каталог. Дорогие наши, делаем приросты. Кому что-то непонятно, пишем в чатах. У кого-то не хватает 100-500 баллов. Это можно сделать за каталог. Поэтому всех вас ждем в Турции за счет проекта. Да, все знают про эту акцию. Ставим плюсики, ставим минусики. Как работают ваши наставники? Сейчас увидим. Плюсики, минусики. Оль, тебя очень ждем. Да, поднажмите, последний каталог, последний, все, потом уже вы не сможете квалифицироваться на Турцию от проекта Faberlic Online. Ну все, поехали с вами дальше. Кто что-то не знает, пишите вопросы в чате. Также это есть в боте. Вы можете обязательно посмотреть эту акцию. Также мы ее вчера, позавчера рассылали по чатам еще раз про акцию. Да? То есть все, кто не знает, значит невнимательно читают чаты. Вот. Поэтому обязательно. С момента регистрации нужно до каталога номер, не с момента регистрации, да, то есть, ну, в принципе, да, новичкам с момента регистрации нужно успеть вырасти на 3000 баллов до 4 каталога, и тогда вы попадаете под участника этой акции, то есть вы подтверждаете это звание за 8 каталогов, получаете бонус 55 тысяч и плюс едете с нами в Турцию. Кто 55 тысяч не получил, тот с нами в Турцию не едет, да, то есть вот такие вот условия. Но я думаю, что классно получить 55 тысяч, потратить их на себя любимую, еще бесплатно съездить отдохнуть. И с момента открытия квалификации на Турцию нужно быть VIP-консультантом, то есть делать личный оборот 100 баллов не меньше. Вот. Ну если сегодня, Наталья, зарегистрировались, то мы вас приглашаем на следующую акцию уже в следующем году от проекта. Сейчас вы, конечно, за 3 недели вы уже не успеете набрать 3000 баллов, потому что все-таки 3000 баллов это уже уровень директора, и это 60 человек по 50 баллов, грубо говоря, в вашей структуре, чтобы вы понимали, да, какой объем работы нужно сделать, чтобы ездить каждый год в разные страны мира бесплатно. Платно может поехать кто угодно. Кто угодно может поехать платно. Это на самом деле спасибо, Леночка. Вот, далее. Итак, у нас с вами в этом каталоге наишикарнейшая акция возвращения в бизнес. Это люди, которые покрашены желтым цветом в распечатке по личной группе. Это просто невероятная акция. За такой мизерный заказ вода за 1500-2000 в подарок, да, когда она бывает по акции, она бывает 1500 рублей. Сейчас же за заказ от 1249 рублей, если брать в пример цены России, эта вода просто человеку упадет в корзину сразу же, не в следующем каталоге, а сразу же в подарок от компании автоматически.
Вы представляете? Как работать в этой сфере? Валентина, приглашаем вас пройти 11 заданий на командном сайте. Обратитесь, пожалуйста, к своему директору. Акция для желтых. Я просто, вы понимаете, я когда это увидела, я просто охнула. Я говорю, неужели такое может быть? Да, когда-то дарили гели для душа, еще что-то. Я думаю, ничего себе, как расщедрилась компания Faberlic. Как такое может быть? Такой дорогой парфюм. Да, то есть от известного мирового дизайнера. Ну круто, дорогие коллеги, поэтому, конечно, эту акцию мы с вами будем, да, носить. Парфюмерная водичка 50 мл от Алены Ахмадулиной. Причем парфюмерная, она же стойкая. Я понимаю, там какую-нибудь туалетную воду за 30 мл, да, за заказ от 1249. Но это вообще, я просто в шоке, когда подарок дороже, чем заказ. Да, то есть считайте 50% да. Написано не всем, а некоторым. Но это почему некоторым? Всем, всем это будет. Вам будет добавлен подарок от компании автоматически. А где вы прочитали, что некоторым? Будем перечитывать вместе. Желтым. Желтым, да. Это люди, которые давно не делали заказа и покрашены желтым цветом в распечатках по личной группе. Александра, может быть, вы не покрашены в желтый цвет? Обычно люди, которые долго не делают заказов, они не ходят на вебинары. Скорее всего, вы уже ну, хорошо делаете заказы и участвуете, наверное, в программе Faberlic Club, где подарки, в принципе, еще лучше для постоянных. А, ну вы недавно только, да? Ну все понятно. Конечно, парфюмерная вода от Алены Ахмадулиной идет людям, которые давно не делали заказов. Новичкам идет другая парфюмерная вода. Вот такая вот в подарок, да? То есть это новинка данного периода. Ее только выпустили, ее уже дарят. А я новичок, все понятно, Александра, вот почему вы и запутались. Для вас подарочек будет парфюмерная водичка Каори Юзу. Желтеньких мы смотрим в распечатке по личной группе. Прям они будут желтой такой полоской покрашены, яркой. Красится примерно на второй, на третий день от начала каталога. Раз никто не покрашен, значит, еще первый день каталога они еще не успели покрасить просто. Ага, текущие показатели уже хорошо показывают, да? Угу, замечательно. Александра, не поняла ваш вопрос, что от скольки? Оплату на заказы сразу оплачивать или в течение недели? Ну, вы заказы можете оплатить тогда, когда они уже, в принципе, придут на пункт выдачи. Если вы заказываете на почту, то там идет 100% предоплата. А скольки тысяч подарок новичку? А, вот, подарок новичку. Ну, давайте с вами вернемся. Вы, наверное, не с начала вебинара, потому что я очень долго рассказывала про подарок новичка. Вот, значит, подарок новичка идет 1500 по цене каталога Россия, 449 гривен Украина, 7500 тенге Казахстан, 45 белорусских рублей Беларусь, 449 лей Молдова. Я могу сказать, что эта водичка свежая, легкая, пахнет лимончиком, ничем меня не оттолкнула, ничем она, как вам даже сказать, вот такой нейтральный классный аромат, универсальный. Вот это мой, как бы на эту водичку мой отзыв, если честно, вот прям так. Ну, Марина, давай тогда мы напишем в обратную связь, потому что данной информации у меня нет. Некоторые это, скорее всего, покрашенные в желтый цвет консультанты. Посмотрите, там ниже должно написано, как они отмечены в распечатке. Обязательно посмотрите, почитайте там пониже. Итак,
внеплановое объявление по просьбе руководства Faberlic, поэтому всем внимание. В компании Faberlic есть кодекс, и в этом кодексе говорится о том, что все консультанты имеют право иметь только один регистрационный номер. Только что ее описывала и также снимала обзор. Давайте у нас с вами еще 10 слайдов, поэтому мы с вами побежимся по акции. Если вам захочется, я вам сниму заново обзор по этой водичке. Я про нее сказала дважды. Если буду говорить 10 раз, то у нас с вами будет вебинар 2 часа этим. Поэтому прощайте меня. Вот, далее. Значит, в компании Faberlic есть кодекс, и, конечно же, человек не имеет права иметь два регистрационных номера. Но очень часто такое бывает, так как наш проект быстрорастущий, к нам каким-то образом залазят, пролазят люди, которые заводят второй регистрационный номер, могут обмануть, что они уже зарегистрированы, или очень часто бывает, что наших новичков переманивают агентские пункты, вот вы зарегистрировали, вы честно работаете, а у вас возьмут и переманят. Да, также бывает, что люди сами регистрируются и не помнят, были ли они зарегистрированы. Или регистрируются люди, у которых близкие прямые родственники уже где-то зарегистрированы. Вот недавно у нас был случай, прям зарегистрировалась девушка, а у нее родная сестра директор. Да? Ну, понятно, что мы пошли писать в обратную связь на удаление. Вот. Поэтому, конечно же, хочется вам сказать, что перерегистрации запрещены, их делать нельзя, за это даются штрафы и так далее. Человеку можно перевестись, если он просится уж так сильно к вам, но только через год после последнего заказа, то есть через терминацию. Через заявление о терминации также только через год. Никак по-другому, работаем честно, и это очень важно. Итак, в течение двух каталожных периодов с момента регистрации, если под консультантом нету структуры, тоже можно перевестись, но только с личного разрешения в обратную связь от действующего наставника. Откуда вам знать? Ну, обычно перед регистрацией просто задаем этот вопрос и все. Это очень просто выяснить. Просто верим людям. Да? И, конечно же, дорогие коллеги, работаем честно, а значит, спокойно. Всем ли все понятно? Поедем с вами дальше. Плюсики, минусики, вопросики прошу. Да, можно через сообщество проверить, есть ли такой человек. Итак. Наталья, ну, если честно, желтым это невыгодно быть. Почему? Потому что есть программа Faberlic Club, и за постоянные заказы вам начисляются постоянные бонусы. Если же вы будете делать заказы, допустим, раз в 5 каталогов и получать вот такие вот подарочки, да, то есть не всегда они бывают крутые и дорогие, да, иногда попадается гель для душа за 80 рублей. Поэтому, конечно же, мне хочется вам сказать, что вы больше потеряете, если вы будете делать раз в 5 каталогов заказы. Вот. Так, как правильно добавлять акции по каталогу номер 4 2018 года? Вот, в этом каталоге у нас действуют три категории акций, как обычно. Это, конечно же, наши подарки, это наши... Так, минуточку, сейчас возьму письма, немножко забыла. Так, шаблоны, вот. Вот, все это у нас с вами в разделе письма. Ольга Дубяга все очень-очень хорошо, как вам даже сказать, Ольга Дубяга все очень хорошо расписывает, всегда нам всем объясняет. Поэтому сейчас я вам вышлю файлик, который составлен нашим старшим директором, Ольгой Дубягой, и тут вы, конечно, уже никогда не запутаетесь, потому что будете смотреть данный файлик. Звук есть, все хорошо, дорогие коллеги.
Елена, я вам предлагаю сейчас сходить на вебинар по маркетинг-плану или попросить у Натальи Панкцеп, чтобы она вам выслала видео о маркетинг-плане. Да? То есть вы сейчас пришли и открыли свой бизнес. Вот. Поэтому выплаты начинаются с нуля. И когда вы постепенно будете расти, ваша зарплата сначала будет 1000, потом 5000, потом 20 тысяч, потом 40, потом 150. Да? То есть доходы не ограничены. Но все мы начинаем свой бизнес строить с нуля. Вот, поэтому вам нужно обязательно сходить на вебинар по маркетинг-плану. Итак, поставьте мне несколько плюсиков, смогли ли вы пройти по ссылочке, которую я вам выслала от Ольги Дубяги в чат. Итак, как вы видите, тут у нас с вами есть продукция, которую нужно добавлять в корзину. И у нас с вами очень огромное количество акций, распродаж. Их просто не пересчитать, если честно. Сейчас скажу точное количество. 81 акция. Вы представляете, 81 акция. То есть это все вы покупаете из каталога. Также у нас с вами есть продукция, которую нужно выбирать в разделе промо-акции. Это наши бонусы за покупку. Да? И их нельзя добавлять из каталога, иначе они вам придут дорого. Вы их добавляете только в разделе промо-акции. Вот. Далее у нас с вами есть продукция, которая автоматически добавляется в заказ, а значит, это наши подарочки. Как вы видите, дарится очень много пробников, и также дарится парфюмерный гель для душа Pour Toujours 150 мл с артикулом 8125 в подарок за 1 рубль при покупке аромата Pour Toujours. Пробник любого женского аромата. Да, то есть получается пробник женского аромата Aromamania новинки. И также вы можете заказать средства по уходу за лицом на сумму 999 рублей по каталогу номер 4 и получить скидку 50% на любое средство по уходу за лицом из каталога номер 5. То есть вы можете получить купончики. Вы можете получить купончики. Итак, далее, о чем мы с вами поговорим. Всем ли все понятно? Пожалуйста, задайте вопросы. То есть это продукция, которую нужно добавлять в корзину. Есть продукция в разделе промо, ее нельзя добавлять из каталога. Вот. И что значит скрин другой? И подарки также нельзя добавлять в каталоге, они сами падают накладную. И это кратные акции. То есть, допустим, если вы заказали 10 парфюмерных, вот, да, образно говоря, то вам упадет 10 парфюмерных гелей для душа. Так, ну все, поехали с вами дальше. Конечно же, все мы можем с вами в одном заказе получать увеличенную скидку, да? А есть скидка 20%, есть скидка 26% плюс подарки всегда. Пример, если у вас личный оборот до 50 баллов, то на следующий каталог у вас будет скидка 20%. Если у вас личный оборот от 50 баллов, то на следующий каталог ваша скидка от цены каталога увеличивается и становится 26%. На все при все, кроме одежды, нижнего белья и колготок. Там идет 20% скидки все равно. Вот таким вот образом компания делает покупателям, которые хорошо делают и много заказов, да, то есть полностью покупают только в интернет-магазине Фаберлик. Конечно, Наталья, только в интернет-магазине Фаберлик покупает, делает еще и дополнительную скидку. На обувь скидка 20%. Это относится к одежде. Я, да, как бы не сказала вам. Далее, не забываем, что каждому новичку, вам и новичкам, которые придут к вам завтра, через неделю, через месяц, положены незаменимые инструменты для работы в интернете, и мы о них должны с вами обязательно говорить. Это свой лендинг от проекта. Если он активируется, да, рассказываем про это. Далее, интернет-магазин от компании Faberlic, рекрутинговые ролики, которые он может выгрузить на свой YouTube канал. Все видеоинструкции созданы, как это сделать. Если у вас еще этого нет, обязательно пишите своим наставникам.
Вот, и бесплатные поэтапные 11 заданий, которые помогут влиться в бизнес, в чаты, и в систему нашего роста и в систему нашего обучения. И попасть поскорее в чат топ-лидеров, а потом и в чат директоров. Вот, обучение абсолютно новое и бесплатное, и никто вас за это за копейки не возьмет. Вот недавно у нас моему новичку, она сделала пост в Оберлик онлайн, и ей тут же пишут: «Здравствуйте, готовы ли вы купить обучение от Фаберлик онлайн?» И она ведь чуть не купила, но она написала мне: «Анна, вроде вы говорили бесплатно, а мне тут деньги просят». Я смотрю, а правда ведь деньги просят с человека. Обучение, на настоящее обучение на проекте Фаберлик онлайн всегда бесплатное. Платным мы его делать никогда не собираемся. Если заказ на 51-52 балла, то уже 26%. Да, Оля, Олеся. То есть, что получается, если вы по итогам прошлого периода уже успели сделать заказ более 50 баллов, то у вас только в следующем каталоге будет скидка 26%. Если вы в этом каталоге сделаете, то в следующем. Если уже в прошлом сделали, то уже в этом 26%. Не может такого быть на проекте Фаберлик онлайн, только бесплатное обучение, никому не верьте. И если ровно 50 баллов, то сколько скидка? Тоже 26 будет, от 50 и выше, Олеся. Так, итак, давайте же с вами быстренько поговорим о Фаберлик клубе. Это такая классная программа, она доступна всем. Да, она может сгорать, но вы ее можете легко восстанавливать. Это программа Фаберлик клуб. Я ее очень люблю, потому что она доступна даже директорам, даже тем, кто уже прошел стартовую программу, даже те, кто уже входит в элитный состав компании Фаберлик и так далее. Поэтому я очень рада. Итак, как же мы принимаем участие? Очень просто. Все мы делаем покупки. Кто-то на 10 баллов, кто-то на 110, да, кто-то на 210, без разницы. Все ваши баллы перерасчитываются на следующий период в бонусы. И эти бонусы вы можете отменивать на подарки от 5 бонусов. Вот, у каждого у вас вверху в кабинете есть кошелечек и написано «Фаберлик клуб». И туда вы заходите и выбираете, и можете уже подарки вложить в корзину. Или также одинаково, без разницы, как это делать, в разделе промо-акции, да, то есть вы можете зайти в акции «Фаберлик клуб», да, и там же также сделать от 5 бонусов заказы. Да, да, Нина все правильно пишет. Да, вот часто бывает в последнее время, но настоящий интернет Фаберлик онлайн никогда не продавал ни разу никому обучение, никогда продавать не будет. Мы всегда обучаем бесплатно, мы сами прошли путь, лично я росла даже без единой платной рекламы. Да, то есть и рекламироваться мы начали, я вам честно признаюсь, только 3 каталога назад, и то мы пробовали, ошибались, еще что-то, и вот только сейчас мы научились пользоваться платной рекламой. Скажу вам честно, откровенно, до этого мы создали и бренд, и канал YouTube, и все свои группы, и свой уровень только вручную, да, то есть за нами, за нашими плечами стоит огромный опыт практики, поэтому такое обучение, с помощью которого за 3 года можно стать старшим международным директором, мы ни за что никому не продадим, чтобы его потом перепродавали. Это 100%. Итак, значит, один бонус вашего заказа равен 1 баллу личного объема, и все эти подарки вы будете менять. Фаберлик клуб, она у вас сгорает, может сгорать, если вы будете пользоваться ей неправильно. Поэтому давайте сейчас немножечко еще напряжемся. Я понимаю, что уже все устали, но еще чуть-чуть, еще капельку. Так, допустим, вы сделали вот в первом каталоге заказ, и во втором сделали каталоге заказ. 2 заказа подряд, оплатили их до конца каталога, все хорошо, все здорово. И, значит, первый у вас заказ был 10 баллов, второй заказ был 15, к примеру, баллов. 10 плюс 15, у вас получилось 25 баллов. Но вдруг в третьем каталоге вы забыли сделать заказ.
Да, вот забыли сделать заказ. И в каталоге номер 4 у вас предыдущие 15 баллов, вот вы видите, минус 15, да, сгорели. И остались только вот эти вот 10. То есть вот по такому принципу работает программа Faberlic Club. Да, то есть на четвертый каталог вы опять забыли сделать заказ, и у вас получается, что уже все, 0. Ноль. Но вдруг, да, вы ездили куда-то отдыхать, может быть, там всякое бывает, кто-то с кем-то в больнице лежал, там, ну, всякие проблемы бывают, вдруг лидер захотел вернуться, захотел начать делать заказы и сделал в каталоге номер 7. Личный заказ 50 баллов, да, то есть номера тут идут как примеры, ничего не значит, да, то есть ЛО 50 баллов человек сделал, и ему эти 50 баллов начисляются, и эти 50 баллов он может потратить, 50 бонусов он может потратить на подарки, да, уже получается 50 разделить на 5, 10 подарков. Вот. Далее, значит, чем больше вы делаете заказы, тем больше вам начисляется подарков. Так, у меня какой-то черный квадратик появился. Так, тем больше у вас начисляется подарков. Все стерло хорошо. Но смотрите, если вы делаете заказы ежекаталожно, вы можете не забирать подарки, вы можете копить и брать более дорогие подарки. Да, вот я недавно взяла сумку для ноутбука, вот она у меня там лежит, просто так бесплатно, даже за 0 рублей, даже, по-моему, рубль не берется. Да, я еще на нее просто обзор не сняла, не успела. Сначала хочу одежду женскую все-таки отснять. Вот, что же получается? Получается, что вы можете копить, а можете сразу забирать. Вот, если же вы сразу не забрали, да, то есть вот во втором каталоге ему нужно было вот этому человеку, у которого сгорели, да, баллы, лучше бы забрать, когда он делал заказ, эту же маску для волос, к примеру, да, две маски не для волос, а для лица за 5 бонусов. То есть он бы забрал лучше бы 2 подарка, и у него бы сгорело меньше. А видите, когда человек не знает, что у него есть такая накопительная, накопительная программа, и она доступна абсолютно всем, то подарки могут сгорать. Итак, далее, значит, также хочется сказать, что бонусы начисляются за заказы до 150 бонусов. То есть, если вы сделали 200 баллов, то вам все равно начислится 150 бонусов. Если вы сделаете 500 баллов личного оборота, да, не группового, а личного, то вам все равно начислится только 150 бонусов. Да, бонусы можно накапливать, Екатерина. Да, все верно. Итак, поехали с вами дальше. Вот такая вот программа. Конечно же, ей пользуются все. Ей пользуюсь я с удовольствием. Я постоянно. Я уже взяла халат, я взяла полотенце. Я взяла очень много подарков на пункт выдачи. Кто следит за моим инстаграмом, то все знают, что я взяла 49 подарков в честь праздника по открытию пункта выдачи. Да, кто видел, поставьте плюсики. Я сняла эту коробку. Я сама была в шоке, что мне пришло 49, там были гели для душа и так далее, то есть вот я накопила бонусы и взяла 49 подарков, вы представляете? Вот, поэтому это, конечно, здорово. Ага, никто за моим инстаграмом, получается, не следит. Ну ладно. Итак, далее, что же такое VIP-программа? Интересно про VIP-программу или устали? У нас с вами еще есть VIP-программа, по которой компания под вас будет регистрировать людей. Вот, меня слышно, дорогие коллеги? Что же такое VIP-стаж? VIP-стаж – это непрерывное количество периодов выполнения 100 и более баллов. В случае пропуска одного периода у вас сохраняется возможность не терять VIP-стаж, если при выполнении личного объема 200 и более баллов в следующем расчетном периоде вы сможете сделать. Если данное условие не выполнено, да, я перезагрузилась 2 раза, прошу прощения, но что-то я не видела вообще ничего в чате, все было пусто. Вот, поэтому я решила, что меня не слышно, дорогие коллеги, из-за этого я так сделала. Итак, давайте же с вами дальше продолжим. Так, и воспользоваться привилегиями каждого уровня вы можете в течение 3 расчетных периодов, так же как стартовая программа, акция новичка, наборы пробников, да, все тут одинаково, да, чтобы вы не путались, я вам напомнила. Вот.
новому VIP-консультанту надо перевестись на сервисный центр своего места проживания для того, чтобы получать регистрации от компании. Если вы VIP-1, то вам нужно обязательно написать в обратную связь прямо обычный текст. Переведите меня на сервисный центр моей прописки. И все. Вот. Далее смотрим с вами, что же такое VIP. Значит, уровень первый, да, это VIP один период. То есть вы сделали 100 баллов, и на следующий каталог вам уже положено распределение контактов, то есть регистрации. Голос двоится. А почему голос двоится? Сильно? Сильно двоится голос? Все хорошо, все, продолжаем. Второй уровень – это 3 периода подряд, когда вы делаете заказ, то у вас добавляется еще скидка 10% при заказе от 150 баллов, плюс все привилегии первого уровня, да. А привилегии первого уровня – это, конечно же, регистрации, 70% скидка на один из любых продуктов, 10 любых пробников с 50% скидкой, получается суммарно где-то на 50 пробников у вас скидка будет, и 10 любых каталогов со скидкой 50%. Вот, далее, третий уровень – это 9 периодов подряд. Вы имеете право уже заказывать за 2 недели до начала периода все новинки, которые доступны в продаже для VIP-консультантов. Четвертый уровень – это 18 периодов подряд. Уже, да, то есть четвертый уровень – за 3 дня до начала периода доступ к ценам и промо-акциям следующего каталога. Один продукт, 70% скидка. Все привилегии уровней 1, 2, 3. Это понятно, что включительно. Также у нас есть серебряные випы на нашем проекте. Их 2. Я скоро буду третий через 3 каталога. Золотой вип, рубиновый вип и бриллиантовый вип. Вот. Далее с вами поехали. Как же привязать к себе вот этот прием заявок, чтобы компания под вас начинала регистрировать людей. Не буду на этом заряжаться, останавливаться, простите, просто вышлю вам очень подробное видео, что, какие действия нужно проделать, чтобы вы смогли поставить галочку, что вы хотите, и чтобы вы смогли пройти тренинг, да, чтобы компания под вас начала регистрировать людей. Ну, примерно 1-2 регистрации в каталог под вас, в первую линию, прямо под вас, под ваш регистрационный номер компания будет проводить. Да, то есть вот так вот. Далее, значит, контакты распределяются по региональному принципу, то есть с учетом места проживания, да, то есть под меня регистрируют людей с Кировской области, со всей. Вот, и если в одном городе проживает группа VIP-консультантов большая, то им передаются в порядке очередности. Главным параметром в определении очередности является количество периодов VIP-стажа, да, вот, провели, да. Ну, на самом деле, очень много регистрируют людей, вот так вот очень много кто в чатах пишет, ура, под меня компания новичка зарегистрировала, кто-то пишет, ой, я под меня тоже, и начинается переписка, да, то есть это такой приятный бонус для VIP-консультантов от компании Faberlic, да, просто те, кто делают большие заказы, они, понятно, что они знают продукцию, они умеют ее и продавать, и применять уже себе, да, то есть на 100 баллов не так-то просто и продать продукции, если человек может это сделать, то такому VIP-консультанту можно доверить новичка и можно, как бы сказать, да, его не контролировать. То есть компания Faberlic VIP-консультантам доверяет. Итак, поработаем, подумаем, представим, что ваш новичок пришел на проект и стал VIP-консультантом прямо в первом периоде, да, то есть, ну, это бывает редко, с моей огромной структурой это примерно человек 40 таких, вот, значит, что ему положено в следующем каталоге, давайте с вами подумаем и напишем, кто самый находчивый, вот, конечно же, пишите в чат, вот. 2 реги, ну да, примерно так же, вот по одной, по 2 регистрации, каждый каталог, через каталог, да, примерно так. Давайте с вами поработаем, подумаем, потому что мы с вами очень много что знаем, и сейчас мы с вами просто закрепим знания под конец вебинара. Так, мне опять никто ничего не пишет. А, все, вижу, полетело. 70% скидка,
26. Молодец, Лиза. Новичков будет подписывать. Угу. Что такое три реги? А, три реги по ВИПу. Угу, поняла вас. Угу. Что, все? Больше ничего не знаем? Вот вы как слушали вебинар. Давайте же смотреть, что же положено вашему новичку, если он будет ВИП-консультантом. И вы это должны, как наставники, все знать обязательно. Ё-моё! Молодцы. Нет, возможность это с VIP-9, а у нас новичок VIP-1. Вот он сделал в прошлом лендинг положен, каталоги по льготной цене, набор каталогов со скидкой, 50% скидки. Лена, что за 50%? А, купоны, наверное, да? Новичок еще сама. Молодец, Леночка, учись. 3%. Правильно. Выплаты за свою структуру человек получит. За свой ЛТО уже получит денежку, да, по 3%. Да, то есть, если взять, в пример, цены России, 60 рублей балл на выплату, это получается 100 умножить на 60 умножить на 0,03, получается 180 рублей. Каталоги, пробники, стартовая программа, первый шаг. Молодцы, молодцы, молодцы. То есть, смотрите, 3% уровень человек получает, да, объемная скидка, денежка за структуру и за свой заказ обязательно, да, то есть он может 100 баллов сделать, а под ним еще может 2 человека 100 баллов сделали, так ведь? И уже получается у него структура 300 баллов, и он уже с 300 баллов будет получать, да, а это уже не 180 рублей, 300, так, ну 180 умноженное на 3 получается, да, то там нет маркетинговой разницы, потому что он на трех и под ним на трех. Итак, далее. Все привилегии VIP первого уровня, да, он получает. Далее скидка 26 от цены каталога. Далее, значит, первый шаг стартовой программы, молодцы, да, сайт от проекта, свой личный лендинг. Лендинг – это свой сайт, который вы получаете за обычный активационный заказ. Просто это так и так дается VIP-консультанту. Вот, возможность редактировать свой лендинг, да, возможность редактирования лендинга у нас начинается с вами именно от 50 баллов. Да, то есть, если вы сделали в этом периоде 50 баллов, в следующем вы уже можете включать свои обзоры, писать свои посты прямо на своем лендинге. Да, можно написать в ближайший большой город. На самом деле Нина правильно пишет. Лендинг – это свой собственный рекрутинговый сайт, который вам положен после активационного заказа, сразу же после того, как вы оплатите заказ, вам выдается лендинг, где вы можете его высылать в соцсетях, везде использовать как информационный. На него вам будут приходить регистрации. Так, сейчас пример своего лендинга я вам вышлю. Так, минуточку, минуточку. Вот, значит, мой лендинг, чтобы далеко за ним не бегать, долго не грузить, секундочку. Вот что значит ваш лендинг. Видите, как хорошо на вебинары ходить? Я вам все расскажу потихоньку. Ой, не знаю, Танюша, можно, нельзя, но попробуй. Люба, нужно пробовать, обязательно пробовать возможность редактирования. Если у тебя есть лендинг, и тебе приходит регистрация, и ты прошла 11 заданий, которые скрыты под паролем, то, скорее всего, тебе не нужно там регистрироваться. Так, ну все. Поехалите с вами дальше. Если кому-то что-то непонятно, я вас проинформирую обязательно. Пишите в Telegram, Telegram, как вы видите, в названии вебинара. Да, если у вас еще нет своего лендинга, то там нужно регистрироваться. С указанием своего директора обязательно. Если вы не укажете своего директора, то вам некому будет открыть задание.
То есть сначала спросите у наставника, как что к чему. Наставник вам высылает подробное видео, и в этом подробном видео вы, оно идет минуты 3, скорее всего, не больше, вы внимательно его посмотрите и зарегистрируйтесь, все будет хорошо. Самое главное, не наделайте самостоятельных делов. Я тоже не знала, я об этом узнала пару каталогов назад, вот. Поэтому, ну вот, всякое бывает. Я получаю с Кировской области. У нас население 500 тысяч человек. Регистрации где-то через каталог по одной, по две бывают. Первый шаг стартовой программы – это 1500 рублей, да, в этом каталоге, да, примерно. Я забыла точно, 1299, по-моему, да. Вот, когда человек выполняет первый шаг стартовой программы, он оплачивает именно данную сумму. Но если он сделал вместо 1500 рублей, да, заказ на 100 баллов, да, 1499, спасибо огромное, Танюша. И если он сделал 100 баллов вместо 1499 и также их как акцию на очки оплатил до конца, он так и так автоматически ее выполняет. Поняли? То есть за однаким получается. Угу. Ну что ж, все, смотрю, вопросов больше нет. Мало было вопросов, очень жаль. Мало новичков на вебинаре. Ну и, конечно же, быстрый старт. Возможности уже уходят, их уже мало, потому что пятый каталог 2018 года не за горами. И получается, что все, кто зарегистрирован до пятого каталога 2018 года, имеют право вырасти очень-очень быстро, да, то есть потрудиться в начале своего старта, и вместо обычного бонуса в 55 тысяч рублей за подтверждение директорства получить двойной бонус, то есть не 55, а 110 тысяч рублей. Поэтому эта акция очень крутая, это акция для бизнеса, для вашего, для ваших новичков. И, конечно, вот тут я сталкиваюсь с тем, что очень много новичков реально говорят, ну, это не для меня, и все. А нет бы рассказать об этом своим новичкам, которые к вам только приходят. А вдруг они захотят его взять? Ведь, в принципе, это их право забирать им 110 тысяч или не забирать. Смотрите, условия очень легкие. Я считаю, что они очень легкие, потому что у нас средний показатель. Мы выходим на директора от 4 до 8 месяцев. Примерно, да, то есть вот такая вот золотая серединка. Да, и если вы прям засуча рукава возьметесь и на, так, подождите, получается, в течение 9 периодов, начиная с момента регистрации, подтвердите любое новое звание от директора и выше 2 каталога подряд, то есть 9 и 10, да, то получите бонус «Быстрый старт» по итогам 9-го расчетного периода после регистрации. То есть первые 55 тысяч рублей вы получаете практически сразу, а вторые 55 тысяч рублей вы получаете как за обычное подтверждение квалификационного бонуса, то есть через 9 периодов подтверждения. Что такое подтверждение? Если вы открыли 3000 баллов, то вы с них падать не должны, и тогда вы получите премию. Можно не расти, но главное не падать. Вот. Если же вы захотите за полгода открыть золотого директора, то, конечно же, за золотого директора уже премия 165 тысяч рублей. Да? И вы, получается, открываете простого директора, старшего директора, серебряного директора и золотого директора. И все вот эти премии умножаются на 2. Поэтому берите быстрый старт. Деньги, я думаю, вы найдете куда деть, потому что деньги не маленькие, да, то есть 100 тысяч рублей на дороге, я думаю, не валяются, и за них можно попотеть, да, потому что многие и в странах, и в областях зарабатывают намного меньше, чем 300 тысяч рублей в год, да, и получается, что любой, кто ученик, кто не ученик, любой эту премию может получить. Но эту премию зарабатывают именно только от скорости роста, от усердия. То есть самое главное – это без конца и без края рекрутировать. И вы можете получить не только 55 тысяч, умноженное на 2, а, допустим, 82 тысячи, умноженное на 2. Так ведь? Потому что вы можете старшего директора открыть. Вот я, допустим, за полгода открыла старшего директора.
Поэтому я считаю, что это все реально. За 5 месяцев я открыла 3000 баллов уровень, за полгода я открыла 5000 баллов уровень. Так ведь за год я открыла уже 4 директорские веточки. Ну, понятно, что это уже не моя заслуга, это заслуга моих умничек, которые подо мной росли, да, которые ко мне пришли. Вот. И получается, это уже рубиновый уровень. Да? То есть, поэтому все легко, все просто. Самое главное, очень много рекрутировать. Одна открыла, муж ко мне уволился с работы и пришел уже на уровне открытого старшего директора. Там, конечно, одна. Ниночка, это для тех, кто зарегистрирован вот недавно, да, и у них еще не прошло полгода с момента регистрации. Получить могут все, неважно. Вот вы вчера зарегистрировались, успевайте за полгода открыть уровень директора. Успевайте. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Ну, сейчас о легком. Сейчас о легком, мы будем уже с вами прощаться. Фаберлик – это, конечно, легальный бизнес, это белый доход. Да, то есть это производитель 20 лет на рынке, мы с вами должны это знать. Это международный бизнес в 42 странах мира. Это круто. Широчайший ассортимент во всех компаниях, да, свое дело с нуля, без вложений и без рисков. Да, даже вот ваши заказы, которые вот почему-то некоторые люди говорят, а что я должна делать заказ? Я не считаю его вложением, потому что в компании Фаберлик вы, не в компании Фаберлик вы все равно моетесь, стираетесь, носите одежду, носите обувь, носите курточки, носочки, колготочки, трусики, маечки, футболочки и так далее. Вот, поэтому свое дело с нуля без вложений и рисков. И, конечно же, у нас на проекте все автоматизировано. Вы проходите 11 заданий и становитесь уже топ-лидером. И уже в чате топ-лидеров вы отдельно обучаетесь уже лидерству, да, не выходя из дома в любое время. Я думаю, это ценят многие. Конечно же, основал компанию Фаберлик Алексей Геннадьевич Нечаев. Это владелец и президент компании. Он основатель общественной экологической организации ЭКО, то есть он организовывает вместе с ЭКО озеленение планеты, да, то есть садит зеленые деревья, и на сегодня высажено более 10 миллионов саженцев, и это круто. Также он учредитель образовательной программы для будущих предпринимателей «Капитаны России», то есть он учит детей с нуля становиться бизнесменами, да, то, чему не учат в школе, он научит этому детей. Зачем, да, то есть в школе нас портят, говорят, отучишься, будешь работать. А Алексей Геннадьевич Нечаев говорит, отучишься и откроешь свой бизнес. Да, то есть вот, какой он молодец. То есть он приучает сам на себя работать, а не на дядю уже. Далее, компания Фаберлик имеет центр научных разработок, 34 патента, собственная микробиологическая лаборатория для клинических исследований, вот, уникальные формулы, которых нет в других компаниях, да, то есть вы знаете, что такое патенты, да, и сотрудничество с независимыми лабораториями и исследовательскими центрами по всему миру. Допустим, такая как фабрика, крупнейшая фабрика Интеркросс, она с нами сотрудничает, да, то есть а там качество прям, да, очень хорошее. Итак, компания Фаберлик имеет собственное производство, 300 миллионов единиц продукции в год на общей площади в 35 тысяч квадратных метров компания Фаберлик сама создает. То есть это уже 20-летняя устоявшаяся компания. Еще совсем молодая, да, ей недавно только стукнуло совершеннолетие, но уже твердо стоящая на ногах. Пережившая не один кризис, да, все мы с вами знаем, что любая молодая компания может оступиться на любом кризисе, да, то есть она, компания Фаберлик, сами знаете, сколько за 10 лет, за 20 лет уже было кризисов, и все компания переживает. Также компания Фаберлик внесена в госреестр предприятий, производителей экологически чистой и безопасной продукции. Да, завод в Москве, мы на нем даже бывали в гостях, даже есть где-то фотографии у Антона, я его фотографировала. Итак, почему же нам доверяют? Конечно же, у нас продукция не тестируется на животных, система менеджмента качества, надлежащая практика, производственная практика,
практика. Что это значит? Это значит, что наша продукция производится по стандарту GMP. Да, вот экологичная продукция, да, то есть эко и система менеджмента качества декоративной косметики. Об этом обо всем можно очень подробно почитать на сайте Faberlic. Итак, мировые эксперты, которые с нами сотрудничают, это, конечно же, просто дух захватывает, потому что это очень именитые парфюмеры, это Пьер Бурдон, Тома Фонтен, Бертран Дюшефур, я никак не могу его, да, и Дельфин Лёба. Вот, дизайнеры это Александр Рогов, Алена Ахмадулина, Валентин Юдашкин, то есть с нашей компанией сотрудничают вот такие вот прям великие люди. Да, далее, значит, конечно же, награды мы получаем постоянно, в 2018 году тоже очень было много наград, я просто слайд забыла поменять, да, то есть просто даже есть награда почетный налогоплательщик, что очень приятно. Далее, значит, почему же Faberlic, да, то есть у нас с вами идет 15 категорий продукции, 18 зарплат в год, 5000 наименований продукции, да, то есть более 1100 наименований в каждом каталоге, поэтому бизнес строится легко. И, конечно же, 5 миллионов потребителей в 42 странах мира. Вот. Также в компании Faberlic ежегодно проходит поощрение и признание на мероприятиях от компании, да, то есть награждения, аплодисменты, овации, чеки, цветы. Вот. И также, конечно, участвование в акциях по бизнесу, таких как «Быстрый старт». Также у нас есть путешествия за счет компании. Каждый год с уровня золотого подтвержденного директора вы можете ездить в разные экзотические страны мира. Причем вы поедете абсолютно 100% бесплатно. Это во-первых. Во-вторых, как даже сказать, вы будете жить в пятизвездочном отеле, на первой береговой линии. То есть компания Faberlic, да, вот я ездила в Шри-Ланку, в Доминикану, вот сейчас я поеду в Бали, да, то есть или Бали, вот, я знаю, что отдых у нас на лучшем уровне. Нас не просто выкинут в пятизвездочном отеле, нам организуют экскурсию, вечер, награждение, выделение самых лучших и так далее, да, то есть как бы отдых это шикарный, конечно, не меньше 10 дней, мы всегда отдыхаем не меньше 10 дней, ну, просто великолепно, да, мне нравится, уже хочется домой, нас все заставляет отдыхать, вот, итак, поехали с вами дальше, также, как вы видите, компания Faberlic с солнечным псом сотрудничает, да, то есть это помощь деткам с ограниченными возможностями. Это, конечно, сильно, это приятно, и компания Faberlic, вот я пришла в компанию 3 года назад, они уже озеленяли планету, они уже помогали деткам-инвалидам. Это, конечно, хорошо, это здорово, и это очень-очень приятно. Об этом вы можете увидеть информацию и поучаствовать в данной акции, если захотите, на сайте Faberlic. Ну что ж, все, что я вам хотела основное рассказать, я вам рассказала. Просидели мы с вами 1,5 часа. Вот. Конечно же, участвуйте в стартовой программе, получайте акцию новичка, кто ее выполнил, забирайте обязательно, рассказывайте всем вокруг, что можно забрать такие классные подарки, да. Получайте Каори Юзу, а я с вами прощаюсь. Не получается у меня коротко проводить вебинары, и давайте все, кто остался, мы с вами поговорим на тему одну-минутную. Хотите ли вы, чтобы я вебинар все-таки делила на 2, потому что 1,5 часа, мне кажется, очень сложно воспринимать. А так они были бы так по 40 минут. Допустим, часть первая утром, часть вторая вечером. Как бы вам было удобно? Нравится слушать? Спасибо большое. Не хотите, да? Я уже заряжаю, да, как обычно, если вебинар по бизнесу, так мы вообще 2 часа сидим, потому что пока всем на вопросы отвечу, 2 часа проходит. Не надо делить, ну все, слушаюсь большинства. Ну что ж, всем спасибо за внимание, скоро будет доступна запись, я ее обязательно разошлю по чату, мы обязательно разошлем через сообщество, вот.
И вечером лучше, да. Да, я тоже только вечером провожу. Ну что ж, всем пока-пока. Заботьтесь о своей команде, потому что вы наставники, и ваши новички без вас никогда не узнают, что они могут потерять.